Здравствуйте, господа, сегодня с вами я, Реймонд Сейнт, и у меня первый подкаст, или как это называется, Let's Play. Я продемонстрирую вам полет на штурмовике Штука версии G. Штука версии G представляет свою штуку, вооруженную 37-мм пушками в специальных подвесках. Снаряды имеют вольфрамовый сердечник и предназначены, чтобы уничтожать бронетехнику противника. Видимо, это очень красивый самолет. Возьмем курс на цель. Автотранспорт. Неровное сиденье. Так, открываем огонь. Расстояние примерно 800 метров. Так, цель уничтожена. Но мы потратили весь боезапас. Да-да, вы не ослышались. Эта пушка может выстрелить всего один раз. Каждый подвесит по 6 снарядов. Конец. Боезапас кончился. Пулеметов нет. Бомб нет. Пушек нет. Ни хрена нет. Всего 12 снарядов. Можно выстрелить 6 раз. В аркадном режиме у вас будет перезарядка 37 секунд. Это хоть что-то. А в историческом придется лететь на базу, собственно. В чем смысл этого самолета? В данном случае сейчас в игре он абсолютно бесполезен. Так как разработчики не сделали, еще не имплементировали уничтожение танков пушками. Конечно, еще задний пулемет. Но им много не навоюешь.
выпускаем закрылки. Этой хрени даже нет воздушного тормоза, в отличие от версии D. В общем, полный пиздец. Спасибо за просмотр.